Всем привет-привет! Сегодня нас ждет распаковочка вот такой вот красоты, розовой милоты. Это бокс, точнее косметичка, коллаборация Фарео и Адель, я так понимаю. Ну и, соответственно, с флаконом. Косметичка от флакона. Здесь будет у нас... Будут у нас, точнее, продукты от Фарео. Очень много здесь, на самом деле. Ну, не очень много, но достаточно много продуктов от Фарео. Я, если честно, даже не знала, что у Фарео есть косметика. Уходовая именно косметика. Потому что для меня Фарео – это гаджеты. И там маски, сыворотки к этим гаджетам. Но тут оказалось, что вот такая вот милота. Давайте приступим к распаковке. Не будем разглагольствовать. Здесь у нас идет sleeping mask. Это ночная маска глубокого увлажнения и восстановления кожи. Такая вот тут миниатюрочка. Сколько здесь миллилитров? 15 миллилитров всего. Но попробуем, почему бы и нет. Маски ночные мне нравятся. Так, здесь у нас очищающий бальзам, тоже 15 мл, бальзам для снятия макияжа и очищения кожи лица, легкий бальзам, преобразуется в шелковое масло. Вот, к сожалению, масло я не очень люблю, оно оставляет неприятную пленочку на коже, но тоже обязательно попробую. Как-то очень странно сделано, не очень качественный белый картон, он прям пожелтел, если честно, местами как-то не очень смотрится. Ну, посмотрим, попробуем обязательно. Что здесь еще? Это, по-моему, у нас интенсивно увлажняющий гель-крем, все в одном. Увлажнение кожи, улучшение эластичности и укрепление защитного барьера. Тоже обязательно попробуем. Еще одна миниатюрочка. Здесь очищающий, по-моему, пенка для умывания, для лица, для всех типов кожи. Вот такая вот пеночка. Тоже обязательно попробуем, потому что очень интересненько. Карточка, которая нам не нужна. И полноразмерка. Здесь полноразмерка идет. Гидрогелевые патчи. Точнее, даже маска. Патч для кожи вокруг глаз с коллагеном и морским мхом. Мгновенно оживите уставшие глаза. Да, охлаждающие, успокаивающие действия с витамином С, Е, юдзу, морским как раз мхом, коллагеном и витамины группы В здесь тоже есть. Вот эта полноразмерочка, я знаю, что она в целом окупает весь бокс. Бокс был довольно-таки небюджетный. Также здесь есть рекомендация по уходу за косметичкой. Я так понимаю, косметичку тоже можно купить. Обязательно поищу информацию и ниже тоже напишу, можно ли все-таки ее купить или нет. А внутри она вот такая вот тканевая. Сверху она прям такая мягенькая, как плюшевая, а внутри обычная ткань, хлопковая, скорее всего. Вот такой вот квадратик. Очень милая, на самом деле, косметичка. Покупала эту косметичку как раз-таки из-за нее в основном, но и очень хотелось попробовать все вот эти вот продукты, потому что я действительно не знала, что у Фарео есть полноценный уход. Ну, действительно полноценный уход. И очищение, и увлажнение, еще и маски восстанавливающие ночные. Поэтому очень классно, обязательно попробую. Пишите, как вам такое минимальное наполнение. Может, вы что-то пробовали, у вас есть какой-то отзыв по этим продуктам. Обязательно почитаю комментарии, обязательно вас послушаю. На этом все. Сбоку где-нибудь напишу выгоду. По-моему, она здесь все-таки есть. Тем более, если косметичку тоже можно купить, думаю, что она здесь точно будет. Поэтому пишите, как вам наполнение. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Также заходите в мой телеграм-канал. Там я ежедневно публикую косметички дня и всякую информацию интересную. Также мы часто там с девочками общаемся. Обязательно подписывайтесь, проходите.
приходите к нам, а мы всем будем очень рады. У нас там миленько, дружненько и теплая, дружная атмосфера. На этом все. Такая вот была косметичка. Всем прекрасного настроения. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.